Всем привет-привет, девчоночки, всем подписчикам, зрителям моего канала. Я всех приветствую на своем канале, где я худею с большого веса. Сегодня у меня отчетная пятница, но весы я вам не покажу по техническим причинам. Ну, весы уже больше года, наверное, еще батарейки не менялись. И вот, поэтому покажу на следующей неделе, на этой неделе... Вес я не покажу. Ну и что еще сказать? Я хочу сказать опять спасибо большое, кто в меня верит, кто и в себя верит, что мы идем, придем к цели, к намеченным, что я очень рада, что вы меня поддерживаете, очень рада. В основном все поддерживают меня, редко кто не поддерживает, только себя не поддерживает. Девчонки, огромное всем спасибо. От души. Покажу вам просто свои тарелки. Ничего рассказывать я не знаю, что рассказать. Все у меня кувырком пока идет. Вы знаете, у некоторых я почитала, у многих тоже такая ситуация с весом. Поэтому покажу просто свои тарелочки. Смотрите. Надеюсь, что все получится. И у меня, и у вас все будет хорошо. Я в это верю. И мы придем к своей цели. Смотрите тарелочки. Всем доброе утро. И это мой завтрак. Здесь у меня творог обезжиренный. И вот сверху бананы. Кофе с молочком. Калорийность вот этого моего завтрака 260 килокалорий. Ну, вот кому мало, можно добавить. Здесь вот у меня творог пачка, это 180 грамм. 117 грамм банана. И вот завтрак мой, калорийность моего завтрака 260 килокалорий. Кому мало, сюда можно добавить еще яйцо. Или с яйцом можно добавить еще и овощи какие-нибудь. Помидорчик, огурчик. И будет красота. Я пока что-то не добавлю. Ну, помидор, огурец и яйцо я сделаю как второй завтрак. Будет немножко больше, будет где-то калорий. Так, яйцо у нас 150 калорий. Ну вот, смотрите, и огурец, помидор, они вообще не калорийные. Вот еще, если 260 и плюс 150, ну пусть 170, 180. Смотрите, будет у меня тогда первый и второй завтрак. Это получается... так, это будет 300-400 с чем-то килокалорий. Это нормально. Поэтому всем приятного аппетита. Так, девочки, это мой обед. Все просто. Две голени и овощи. Всем приятного аппетита. А на ужин, девочки, у меня пюрешечка. Нет, не из картошки, из цветной капусты. Сделала себе пюре с цветной капустой и горбушу. Протушенное в молоке. Ну, сливочный соус я называю. Так, вес у меня порции 260 грамм. Это нормально, потому что я... перебрала немножечко с этим, с едой, съела еще яблоки и хурму. Поэтому это все посчитано у меня, девочки. Посчитан даже и углеводы посчитаны, и белки, и жиры. Все посчитано в таблице для подсчета калорий. Поэтому вот такую порцию я сделала себе на ужин, чтобы как раз я вошла в свою норму. Поэтому всем приятного аппетита. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал. И на Дзен, и на YouTube. Я буду рада вас всех видеть. До новых видео.